Интересный факт. Свое название «Сквер экономистов», что в границах улиц Советской армии и Блюхера, получил по инициативе студентов близлежащего СГУ. Узнав о федеральной программе формирования комфортной городской среды, молодежь и активные жители советского района разработали свой дизайн-проект. Так «Сквер экономистов» попал в шорт-лист рейтингового голосования. В Советский район я переехала, когда мне было 10 лет. Сквер этот был пустынный. Сейчас я очень рада, что сквер приводят в порядок. Если у нас жители наши проголосуют, и у нас будет красивый сквер, где мамочки молодые будут гулять с колясочками. Если я что-то делаю сейчас для будущего, то это будет иметь в дальнейшем какое-то последствие очень хорошее. Призываем всех жителей проголосовать за сквер экономистов. За основу проекта планировки взяли солнце. Четко выраженный центр в виде эллипса несет на себе основную тематическую нагрузку и является местом распределения всех пешеходных потоков. Все аллеи расположены в виде лучей. Напоминать солнце будет и декоративное освещение по всему периметру сквера. Также проектом предусмотрена большая площадка для молодежи с тренажерами и местами для отдыха. Все жители хотят, чтобы сквер был благоустроен. Чтобы здесь появилась прекрасная зона отдыха для всех возрастов и поколений, чтобы здесь появились красивые цветники, клумбы. И всегда студенты и жители этой территории активно участвуют в общественном голосовании. Территория интересная, большая, и нам бы хотелось, чтобы это место было точкой притяжения и студентов, и просто жителей. Эту территорию мы выдвинули на голосование по общественным пространствам, по программе «Комфортная городская среда». И мне бы очень хотелось, чтобы жители не только Советского района поддержали нас с этой инициативой, проголосовали. На будущее сквера экономистов смогут повлиять жители Самары. Голосование за общественное пространство, которое может быть благоустроено в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» проходит с 26 апреля по 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру.